Привет, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами хорошим средством, которое помогает мне, а значит поможет и вам. От боли в колене, суставе, при артрозе. Все ингредиенты есть у вас под рукой, они очень просты, сделать его очень и очень легко. Я всегда использую народные средства. От них намного больше пользы, чем от медикаментов из аптеки. Нам понадобится соль. Соль я беру обычную, можно взять морскую. Мед. Мед тоже любой. И горчица. И четвертый ингредиент нам понадобится подсолнечное масло. Можно взять оливковое. Давайте приготовим наше чудо-средство. Берем 2 чайные ложки соли. Дальше у нас идет мед. 2 чайные ложки меда. У меня это подсолнух, но это не имеет значения. Берите тот, который у вас есть. И 2 чайные ложки горчицы. Горчица у меня из магазина. Если есть домашняя, берите домашнюю. Домашняя будет еще лучше. 1 чайная ложка растительного масла. Теперь нужно хорошенько этот состав перемешать до однородной массы. Вот такой у нас получился крем. Обязательное условие – нужно подождать хотя бы 30-40 минут, чтобы все ингредиенты хорошо растворились. То есть не наносите его сразу, выждите немножко. Берем наше средство и руками вот так и втираем наш крем. После того, как вы нанесли, берем пищевую пленку, если нет, можно пакет, и в несколько слоев обматываем колено. Когда будете обматывать, сильно туго не перематывайте, чтобы не передавить колено. Делайте это чувствительно. Нужно колено укутать чем-то теплым, желательно, конечно же, шерстяным. Очень хорошо согревает. В таком положении ложусь на кровать и отдыхаю. Где-то от 40 минут до 2 часов можно находиться с этим компрессом. Лучше его использовать, конечно же, на ночь. Если у вас получается днем, можно на часик и днем вздремнуть, замотать. После этой маски боль уйдет буквально за считанные часы. Делаю я 5 процедур в неделю. И перерыв на неделю. Если боль не уходит, то повторяем процедуры. Храним это средство в холодильнике 5-7 дней. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. И поделитесь, пожалуйста, своими способами, как вы справляетесь с болями в коленях, с артрозом. Может, есть какие-то средства. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы, счастливы, не болейте. И до новых встреч! Скоро увидимся.